Хочу поведать вам о том, как мы отчизну любим сильно, как просто жизнь мы отдаем за волю городной отчизны. Нам наплевать на жизнь свою, ведь эта жизнь не бесконечна. Уж лучше душам быть в раю, а тело что? Оно не вечно. Мы созданы жить лишь во имя Аллаха. Во имя Аллаха умрем. Пророк нас учил принимать смерть без страха, с пылающим сердце огнем. Пророк Мухаммед учит нас, что наша жизнь ступень вторая, но никому не ведом час, когда нас ждет ступень другая. Другая будет поважней, там сортировка душ по чести, и жизнь гораздо там длиннее. Так утомительно прелестно, мы созданы жить лишь во имя Аллаха. Во имя Аллаха умрем. Пророк нас учил принимать смерть без страха, с пылающим сердце огнем. Но мы Всевышнего рабы, велик Аллах, могучий Дин он. Мы гордо жизни отдадим, чтоб быть поближе господину. Пусть помнят все еще о том, как мы отчизну любим сильно и жизнь в джихаде отдаем за городной отчизны. Мы созданы жить лишь во имя Аллаха. Во имя Аллаха умрем. Пророк нас учил принимать смерть без страха, с пылающим сердце огнем.